Поворачивал, занесло. Машина не задел никого. В этом случае от аварии Приору не спасла даже зимняя резина. По словам водителя, при выезде из поворота машину просто понесло. Повезло, что на пути Приора не оказалось других автомобилей. Однако удар о бетонную стену вышел довольно серьезным, и владелец был вынужден вызвать эвакуатор. Ну, а радиатор проедет, что я как я проеду? Пристойку повело у меня там, колесо. Многие водители еще не успели приспособиться к изменениям погодных условий. Любое даже небольшое превышение скорости способно привести к подобным авариям. Полной страховки у владельца Приоры нет. Искандер Тулбаев, Александр Царегородцев, эфир 24. Настройте и смотрите новый телеканал в кабельных сетях. Эфир 24 Релакс.